Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня». Сейчас мы с вами свяжем шапочку-капор для младенца из квадратика. Очень простое вязание, но посмотрите, как эффектно выглядит. Начинаем вязать. Сначала берем мерки для вязания шапочки. Можно измерить объем головы. Объем головы — это то, что мы все знаем про себя. 57, 58, 56 – это наш размер головы. У куклы это 29. Это один вариант. Но 29, и из этих 29 надо немножко убрать 1,5-2 см для куклы и 4-5 см для ребенка, потому что очень свободно получается. Либо второй вариант, когда мы берем и измеряем через подбородок, и вот так вот лобную часть. Вот так вот у нас пойдет эта шапочка. Как мы хотим ее видеть, так она и будет. Вот здесь, вот так вот где-то 28-27 сантиметров. Вот эти 27,5 сантиметров я и буду вязать. Это сторона квадрата. Мы вяжем квадратик любым абсолютно способом. Мне главное, чтобы сторона квадрата была 27,5. Беру петельную пробу. У меня есть небольшой образец. По нему считаю петельную пробу. И сейчас рассчитаем количество петель рядов. Причем вязать можно полосками. Однотонные, фанги, ажуры, все что угодно. Вот любые абсолютно варианты будут очень даже интересны, потому что у нас такая отделка, что даже при том, что шапочка будет однотонная, она будет выглядеть красиво и необычно. Любой вариант вязания. У меня есть петельная проба. На шестой плотности 2,5 петли и 4 ряда в 1 сантиметре. И смотрите, 27,5 умножаем на 2,5, это петли, 68 петель и 27,5 умножаем на 4 ряда, это 110 рядов. Вот такой квадрат я вяжу. Причем, смотрите, у меня снизу могут быть открытые петли, могут быть протяжки. Я буду делать открытые петли, потом их просто проще убирать. С ними проще работать в дальнейшем. Ни в коем случае не косичка, не какие-то грубые наборы, потому что они нам будут мешать. Вот, набираем удобным способом. Хотите обвивом, хотите на открытые петли, как вам будет удобно. Вот этот край у нас пойдет вниз, под планку, к шее. Поэтому вот эту часть набираете, как вам нравится. А когда дойдете до конца, довяжем наш квадратик, не снимаем его с машины, будем проводить обработку шапки прямо вот на этом квадрате, начинать отделку. Поэтому сейчас вяжем квадрат. Провязали. Вот мой квадрат. Он сейчас висит как раз на иголках. И смотрите, такой нюанс. С одной стороны у нас край абсолютно чистый, а с другой протяжки от смены цвета. Не делайте так, чтобы у меня протяжки были справа и слева. Они все должны быть с одной стороны. И вот эта часть, где у меня находятся протяжки, узелки какие-то, еще вот такие-то, не такие вот вещи, которые нужно прятать, пойдут на спинку, на шею. Вот эта часть, которая абсолютно чистая, пойдет на лицо. Вот эта лицевая часть будет. Теперь такой момент. Можно прямо сейчас начинать оформлять лицевую часть шапочки, а можно немножко ее подтянуть. Потому что, когда у нас шапка стоит вокруг лица, вот, представьте, что мы ее вот так вот поставили вокруг лица, она будет немножко свободно стоять, вот здесь вот оттопыриться. А нам надо вот эту верхушку присобрать, чтобы она легла как раз по лицу, по голове и прикрыла нам лоб. Поэтому сейчас мы с вами немного присоберем нашу шапку. Где-то, ну вот у меня половина, середина как раз. Вот эту часть, треть с одной стороны пускай остается на щеки, треть на вторую, и где-то чуть меньше третьей у меня посерединке. Вот эту часть я должна присобрать, сделать небольшую сборку. Поэтому сборку буду делать очень просто. Можно снять с иголок и сделать сборку, а можно сделать прямо на машине и потом стянуть полотно. То есть я просто несколько петель вот так вот забираю. Можно каждую третью, можно каждую четвертую поменьше
делать сборку, потому что чем больше вы сделаете сборку, тем туже у нас в итоге шапочка сядет по голове. Это самая верхняя часть, мы, собственно, все связали, нам надо присобрать именно верхушку. Это один из вариантов делать припосадку. Мы сейчас будем еще вторым вариантом ее выравнивать, но первый вариант вот такой. И теперь все полотно я должна сдвинуть. Мне уже не важно, центр не важен, я уже не буду на него ориентироваться. Мы будем наклеивать бумажки для ориентира при вывязывании следующей детали. Поэтому сейчас я беру декер и сдвигаю полотна к середине. И вот таким вот образом я буду выравнивать нашу шапочку. То есть я сдвигаю эти полотна и выравнивать буду именно декером. Можно снять можно снять полотно на бросовую нить и переодеть. Но я не люблю, особенно если тут у меня какие-то сложные узоры были, ажуры. Да и полотно не такое большое. В общем-то, времени это занимает не так много. Пересадка петель. Мы сдвигаем все к центру. Убираю вот эти вот ажурчики, которые у меня получились от убавок, от стяжки. И сдвигаю полотно постепенно. Можно это делать несколькими декерами одновременно. Если есть большой декер, очень хорошо, чтобы взять и оптом все подвинуть. Если большого одного нету, сдвигаем несколько раз маленькими. И так далее. То есть я таким вот образом, передвигая полотна друг к другу, делаю стяжку небольшую, но очень нужную, если мы хотим сделать плотную шапочку по голове, иначе под шапку может задувать ветер. Сдвигаем полотна так, чтобы не было ни одного ажура. Переодели. Сдвинули все полотно. У нас получилось гораздо меньше петель за счет того, что мы сделали стяжку на лобной части нашей шапочки. И теперь мы должны соединить край полотна и вот эти вот петли, которые у меня висят на иголках. Соединять я буду тот край, на котором у меня нет протяжек. Помните, я вам говорила, что протяжки мы оставляем с одной стороны, вторая у нас чистая. И вот эту чистую часть мы сейчас соединим с теми петлями, которые у меня висят на иголках. Соединять буду за самый кончик, за протяжечку. Межузелковые протяжки у нас есть. И вот за эти протяжки чуть-чуть не надо утолщать, не надо брать целый столбик. Это будет совсем лишнее. Здесь будет утолщение по внешней стороне. Совсем это не надо. Берем только протяжечку и надеваете. Причем помните, что у нас вот здесь вот должна быть стяжка. То есть спокойно стягиваем больше в середине, чем снаружи. Чем по краям. То есть по краям я начинаю надевать протяжки аккуратненько, как есть. Потому что здесь по краям стяжки мне не нужны. Чуть-чуть с этой стороны надели. Так, сейчас с этой стороны сложнее, потому что тут уже у нас есть петля. Мы ее очень аккуратно, давайте, чтобы не скинуть рабочую петлю, очень осторожно надеваете. Первое, а дальше уже проще. Вторая. Уголок должен быть без отверстия, без дырки. Поэтому первую петлю в самом углу очень осторожно надевайте, чтобы не было никаких таких отверстий в дальнейшем. И несколько протяжек вот на крайние иголки, тогда вам проще будет разбираться с серединой. Середина вот тоже. Определяете эту середину вот так вот, где-то она пойдет. Здесь все идет как идет, а середину мы чуть-чуть поднатянем. Сборочку сделаем. Здесь идет как идет. Вот где-то вот так вот до трети. Видите, здесь поднатянуто, а в серединке у меня свободно для того, чтобы я сделала сборку. И надеваете вот как легло, ищите середину с каждой серединки и постепенно надеваете равномерно надеваете на иголки. Получается
очень хорошая стяжка по лбу, но она будет незаметна, потому что она плавная. И это, более того, эта стяжка у нас будет находиться на том месте, где нам надо. Так, аккуратно. Все протяжечки. Именно протяжки. Не надо надевать целый столбик. Это будет очень-очень грубо. Старайтесь аккуратно. Надевайте. И вот также петельность за протяжку. Все полотно. То есть мы с вами сделали уголок. Сделали уголок. Надели со стяжечкой. Теперь у меня на иглах висят два полотна. Два угла. Делать буду козырек красным цветом. Для того, чтобы немножко разбавить. Поскольку шапочка все-таки у нас для девочки. Делаем побольше красного. Провязываю один ряд на рыхлой плотности. Вот сейчас у меня рабочая шестерка. Я провяжу один ряд. На 7,5-8, для того, чтобы, во-первых, снять вот это вот напряжение с игл. Мне не нужно утолщение, сейчас буду вязать частичные ряды, и мне вот это утолщение совершенно-совершенно ни к чему. Поэтому я могу провязать на достаточно рыхлой плотности. Во-первых, у меня не будет стяжки, но мы будем делать отделку, поэтому даже если будет небольшой рубчик, его никто не увидит никогда. Во-вторых, для того, чтобы было легче вязать частично. Если сейчас я начну на вот этом двойном полотне вывязывать, мне будет просто неудобно. Поэтому делаю такой ряд общий. Один. Соединила два полотна. Все. И теперь я начинаю вывязывать частичные ряды. И вывязывать я их буду из середины. Поэтому беру сейчас липкую ленту и буду делать разметку. Если у вас есть какая-то другая система меток на машинке, отмечайте так, как вы привыкли. Косметическим карандашом, водным маркером, кто чем привык. Как я буду делать разметку? У меня вот... Делю мое полотно на три части. Одна треть на щеку, вторая треть на щеку пойдет, а одна треть на лоб. Вот то, что мне нужно будет еще раз тянуть, и та часть, на которой я буду, собственно, этот козырек вывязывать. Поэтому беру меточки и одну треть, ну, может, чуть побольше или чуть поменьше, это уже на ваше усмотрение. Ой, не той стороны клею. Отмечаю между иголками. Раз. И здесь. Так, здесь. Так, большой козырек мне не надо делать, мне нужно делать стяжку вот на этом месте, то есть чтобы здесь было увеличение полотна. И на этом месте я сейчас буду вывязывать козырек. Можно взять другую нитку, можно отрезать эту, можно перевести вязание в эту сторону, но переводить я сейчас ничего не буду. Я отрежу нить, поскольку второй такого мотка у меня нет. Обычно я делаю перевод каретки с рабочей нитью для того, чтобы связать здесь и вывести ее обратно. Но здесь я делать этого не буду, потому что слишком маленький объем. И каждый лишний ряд не может быть критичен. Так, ставлю все иголки в переднее положение и буду частично вывязывать козырек. Начну его вывязывать. Вот у меня средние петельки. Вот. С 4 средних петель. Еще раз проверяю, что у меня меточки поставлены правильно. Если это 4 средних, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Оставляю, значит, пятую. Вот так. Да, вот так все верно. У меня середина 5 петель. Их я тоже отмечаю, потому что к этим 5 петлям я должна в итоге выйти опять. Потом беру вторую метку. И ставлю меточки уже немножко с другой стороны, отмечаю второй ряд, к которому я должна буду выйти, когда закончу вязание. То есть вот это у меня изначальное, те петли, до которых я должна дойти, а потом я должна вернуться обратно, поскольку это частичное вязание, ориентируюсь уже на вторые метки. То есть у меня самая широкая часть здесь, самая узкая часть здесь. Начинаю с самой узкой и вывязываю частичным вязанием увеличение петель. То есть здесь у меня идет
ставлю их в рабочее положение из переднего. Так, не забываю плотность вернуть на место и поехали вязать. Считаю ряды. Раз, ставлю по одной, по две, как хотите, я буду по две. Нет, по две будет слишком мало. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Можно плотность. Так, 8. Рисуем то, что мы... Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это 6. Ставлю 5. Может даже 4,5. 9, 10, 11. Для того, чтобы сверху была стяжка. Так, поставила. Да. 9. 10, 11, 12, можно на четверку. Так, 12 это 5, и 13, 14, 15. Так, у меня 15, последняя, 16, 17 на четверке, 13, 14, 15, 16, 17, это на четверке, для того, чтобы было как можно туже. Вот там у меня рыхлая плотность, снаружи у меня плотность достаточно тугая. Так, теперь моя задача провязать центр. Для этого отрежу нитку вот подлиннее, мне ее хватит на провязывание частичных рядов. И вот ориентир, вышли на этот ориентир, обратно буду возвращаться на вот тот ориентир. Так, ставлю все в рабочее положение, и на вот этой тугой плотности, какая только есть у меня тугая, для того, чтобы у меня не было никаких растяжек, у меня должно идти все это стянуто, я провязываю несколько рядочков. Так, ну пускай будет 4,5 все-таки, потому что очень туго. Раз. Два. Три. Делаю белую отделку. Три ряда я провязала. Белое. Это пойдет на центр. Раз. Два. Три. Это будет три ряда. И возвращаю. Мне не перевести каретку по-другому. Перевожу так. Еще три ряда. Так, это у меня сюда. Три ряда дополнительно. Это у меня пойдет как раз сама планочка. Тугая достаточно по лицу. Все, мы вывязали планку, теперь мне нужно вывязать вторую часть вот этого нашего козырька, не козырька, а вот то, что у нас пойдет по лицу. Ставлю все в переднее положение. Здесь у меня нить, которую я закончила вывязывание. И помните, ставлю в рабочее положение все иголки между широкими метками. И начинаю вводить обратно в работу. Но вот то, что я с вами нарисовала, 1, 2, 3, 4, 5, 8 на 6 плотности, 4 на 5 и вот сколько-то на 4 плотности. Я беру и делаю обратный отсчет. Где у меня ручка? Там, где 17, у меня будет первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый.
я иду обратно вот эти 5 рядов на четвертой плотности. 6, 7, 8, 9 на 5. Остальные 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 на 6. То есть у меня в одну сторону начало с этой стороны, в другую сторону начало с этой. Мне нужно сохранить вот эти вот плотности для того, чтобы когда я сложу козырек, чтобы он был абсолютно симметричный. Вот эти записи нам очень помогают. Именно в том плане, что мы не запутаемся, где какая плотность. И выйдем точно на тот размер, который нам был нужен. Итого, не затягивайте, а можете и подтянуть, потому что сложится пополам, и вот эта нитка как раз четко выйдет на свое место. Можете подтянуть ниточку. И начали вязать. Ой-ой, слетела петля. Раз, обвили. Ставим в переднее положение, не в рабочее, уже вперед выставляем. Два. Три. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, это была четвертая плотность, 6, 7, 8, 9, 5, значит шестой ряд я вяжу уже на пятой плотности, поменяла плотность, 6, 7, 8, 9 на 5, дальше все на 6. Просто ставлю 6 и ввожу иголки в работу все на рабочей плотности. О, не хватило нитки. Значит, придется отрезать и соединять. Ну, что делать? Нитку не рассчитала. Ладно. 9. Сейчас я ее соединю тогда. Лучше не узлы вязать, а надвязать, потом соединить. Так, 9, 10. Здесь ниточку соединяю. Одиннадцать. 12. Провязали. Все. Так, ну вот еще рядок соединительный. Теперь просто беру и все иглы ставлю в рабочее положение и соединяю планку. Как я соединяю планку? Вот здесь, где мы с вами делали начало, вот этот рыхлый ряд красной ниткой, есть хорошо видные петли. Вот они, петельная дорожка. Вот эти петли я и надеваю на иголки очень аккуратно, стараясь ничего не потерять. Вот эти все лохмотья, которые у нас в процессе вязания образовались, они четко уходят в козырек, их никто никогда не увидит. Поэтому я безбоязненно резала нитку. Вот эти петли, нитки мне мешать не будут, их даже не придется прятать. Они и так у нас будут спрятаны. А петли я четко вижу. Вот эти вот петельки и надеваю их на иголки. Даже думать не надо. Вот они все красные петли. На красном их не очень хорошо видно, но на фиолетовом и на синем они отлично видны. Каждая вот такая вот протяжка соответствует каждой иголке. Даже не надо думать. Это все один в один. Вот как оно есть, так и надеваете. Соединяете полотна. И у вас получается наш козырек уходит внутрь. Сейчас мы все это закрываем и смотрим, что получилось. Надели и закрываете. Закрываю ее обычной косичкой. Главное, чтобы она была аккуратная. Полотно не стягивало.
Если есть колки, через колки, как угодно. Здесь не важно, это все изнаночная сторона. Поэтому аккуратненько закрываете. И сейчас посмотрим, что получилось. И наша задача будет отпарить этот уже заготовку для шапочки, чтобы выровнять уголки и посмотреть, что у нас вышло для дальнейшей обработки. Вот, благодаря тому, что мы делали правильные убавки, у нас идет явный козырек. То есть мы закрыли лоб и сделали стяжку. Вот идеально, видите, само ложится как надо. Даже не нужно ничего стягивать, ничего придумывать. Вот так пойдет наша шапочка с закрытым лбом. Голова закрыта, лоб прикрыт. То есть у нас будет торчать только само личико у ребенка. Уши закрыты, лоб закрыт, все закрыто. То есть полностью закрытая голова. Это очень хорошо. Теперь, видите, вот оно даже не ложится. Оно вот четко по голове у нас кругом и ляжет. Идеально. Теперь моя задача подпарить полотно. Для того, чтобы выровнять края, которые мне придется обрабатывать, чтобы не выискивать эти петли. И самое главное, мне нужен вот этот край, уголок. То есть мне нужен четкий угол, поэтому когда будете подпаривать, четко поделите пополам наше вязание и подпарите вот эту сторону, самый-самый край. Мы сейчас будем заниматься соединением шапочки по угловой стороне. После того, как мы отпарили полотно, вот оно, складываю пополам и плюс к этому я делаю зажим на макушке. Делаю его для того, чтобы у меня перья шли не уголком, а вот так вот плавно по голове. Зажимаю макушку. Вот так как-то. Не сильно. Вот. И вот это вот надо зафиксировать. У меня, как всегда, нет булавки. Ну, сейчас я вот так вот подкалю декером. И смотрите, для того, чтобы ровненько это все разложить, мне нужно померить количество сантиметров, для того, чтобы знать, сколько же это петель. 5. И 2, всего 20. 20 сантиметров. 20 умножить на 2,5. Это 50. 1, 2, 3, 4, 5. Да. И теперь аккуратненько за самый кончик надеваете наши петли. Вот смотрите, 5. У меня в начале 5 петель, 5 умножить на 2,5, это 12. Значит, на 12 петель я надеваю вот эту верхушку, чтобы не путаться за самые кончики. Для того, чтобы не сбиться потом. Потому что вот здесь у меня все запарено, а кончик у меня не запарен. Поэтому беру вот так вот прям два полотна рядышком. Раз. И за самый кончик вот здесь вот серединку между полотнами, чтобы их зафиксировать. Внутри там что-то непонятное получилось, и ничего не переживайте. Все так и должно быть. Теперь очень аккуратно беру самые-самые кончики петелечек, чтобы не утолщать полотно. И соединяю. Раз уж я не заколола это все, не подколола, то вот так вот на живую нитку, но четко. Смотрите, чтобы так оба полотна были надеты за самые кончики петелечек, чтобы только не утолщать, не надо за целый столбик, не надо какие-то грубые швы делать за самые хвостики. Вот таким образом мы очень украсим нашу шапочку. Она будет не просто ставить уголком, а загибаться. И вот этот загиб можно сделать достаточно большой. То есть вы можете его еще ниже опустить, если хотите. И теперь оставшиеся петли можно спокойно разделить вот так вот пополам. И каждую часть отдельно, раздельно надеть на иглы. Сначала одну фиксирую за самые хвостики. Мы для того и подпаривали наше полотно, чтобы оно
четкий перегиб нам дало. Если не будет вот этого четкого сгиба отпаренного, мне будет очень сложно. Все петли будут гулять, и не найти будет, где вот этот краешек. Сначала одну часть, потом сверху вот точно так же за самые кончики надеваете вторую часть полотна. Вот так вот одно на второе надеваете. Если полоски у нас не стыкуются, это не страшно. Мы все прикроем перьями, и ничего не будет заметно. Надевайте до конца. Сейчас будем соединять полотна. Соединили. У нас, видите, полоски совпадают, не совпадают. Но это не важно, потому что у нас будет очень толстый шов. Если у вас что-то съехало, полоски разного размера или узоры, это вообще не страшно. Сейчас мы сделаем очень широкое соединение, очень такое массивное, за счет чего будет отличная отделка, и вообще полностью прикроем все швы. Ничего видно не будет. Сейчас будем сшивать. Соединять будем тоже косичкой. Но не простой, а хитрый. С увеличением вот этого самого шва. Все иглы в переднее положение. Беру отделку. Отделка у меня вся пойдет белая. Беленькая. Такие пену сделаем, кружево на нашей шапочке. И я делаю обвивы. Независимо от того, какая у вас машинка. Вообще не важно. Мы сейчас провязывать ничего не будем. Делается все одинаково на всех машинах. Обвив через несколько иголок. Независимо, еще раз повторяю, от того, какая у вас машинка. Делаем все вот таким образом. Беру отделочную нить, обвиваю одну иглу, одновременно две, одновременно три. То есть у меня нитка обвила одну, две, три иголки. И теперь по три иглы с шагом в одну иглу я начинаю обвивать все иглы. Три иглы, следующие три иглы. Следующие три иглы, то есть я каждый раз сдвигаюсь на одну иголку в сторону. У меня получается такое достаточно массивное переплетение. Оно нам даст очень красивый край. И вот так вот наматываете на все иголки. Две мало, четыре много, три идеально. Но все надо пробовать. Если у вас очень тоненькая ниточка, можно и по четыре иголки вот так вот делать, вот этот шаг. Подтягивайте, чтобы не болталось, но не затягивайте сильно, иначе стянет. Тоже не очень хорошо. Все в меру. Так. До конца вот так обвиваете. Так, с шагом в одну иголку. Равномерное такое вот обвязывание всех игл. Пушистое. Мне очень нравится белая отделочка. Она так оживляет любое изделие. Получается, правда, как пена такая, кружево. Так, дошли до последних трех иголок. И делаем то же самое, что в начале. Три иголки, две иголки, одна иголка. Вот. Подтянули, подправили. И теперь закрываете косичкой, не стягивая. Аккуратненько. Так, посмотрите, чтобы у нас язычки не врезались в эти обвивы. Вязать ничего не будем. Закрываем вот сейчас косичкой. С той же стороны, где нитка. Просто аккуратно, аккуратно. Через колки. Так, у кого их нету, неважно. Главное аккуратно закрыть, чтобы все вот эти вот петли у нас остались на своих местах. Чтобы не слетела ни одна. Тогда будет очень красивая, очень аккуратная дорожка. И до конца закрываете. Нитку не отрезайте после того, как закроете. Ну и так далее. Видите, у нас получается достаточно такая массивная плоская дорожка, которая прикрывает место сшивания соединения и в то же время очень сильно украшает. Закрывайте до конца наше полотно. Ну вот смотрите, вот эта петля, которая у меня последняя осталась, я нитку не оторвала. Сейчас мы будем довязывать перья по этим же петлям. Вот получаемый шов. Очень толстый, массивный и красивый. Закрыли, полностью закрыли место сшивания. Вот если наклонить шапку, то он виден. Конечно, вот это вот может быть не очень хорошо, поэтому сейчас мы вот эти некрасивости уберем совсем. Мы на этом месте с вами свяжем перья. Перья. И, в принципе, можно было, вот смотрите, сделать перья
перед швом можно было сделать перья за швом. Это зависело от того, в какую сторону мы с вами надели бы шапочку. Но у меня получается, что перья будут идти впереди. Очень хороший способ, очень хороший вариант. А есть такой вариант, что у нас впереди шов, а за ним перья со спинки идут. Тоже отлично. То есть выбирайте то, что вам захочется. Вот, выбираете. И сейчас будем делать перья. Так. Как мы их будем делать? Берем трехугольный декер, либо одноугольный, неважно, у кого что есть. И сейчас мы будем с вами вывязывать кружево. Берем три иголки. И на три иголки надеваем три протяжки. Вот у меня первая протяжки нет, у меня петля. Вот я ее и надену, она пойдет мне в качестве первой протяжки. Вторая протяжка реальная, вон она там, их отлично видно. Третья. И вывязываем 10 рядов. 6 мало, 6 это вообще ни к чему, 8 это получается просто петелька небольшая, а 10 самое то. 10 у нас получается большая петля, как перо. 10-12, то есть меньше не стоит. Иначе будет очень не перья получится, а просто петли. Поэтому 10 рядов это минимальное количество. Берем следующие три петли, три протяжки, надеваем на эти же иголки. Первая, вторая, третья. То есть мы таким образом прикрываем эти протяжки и оформляем очень красивые перышки на голове. Вот она, первая петелька есть, вторая петелька. Точно так же продолжаем дальше. Обычная обвязка. Вот эти перья, видите, вот так вот у нас сюда лягут и будут очень красиво смотреться. Надеваете до конца и довязываете до конца наших протяжек. Мы таким образом оформляем нашу шапку. Перьями. Довязали. Теперь мы можем примерить нашу шапочку, потому что она уже зашита. Надеваем на малыша и смотрим, что получается. Ну, вот здесь вот мы с вами подберем. И получается вот, вот такая вот красота. Здесь все как раз. Так, сейчас немножко подтяну. Лоб закрыт. Вот наши эти перья в сторону идущие. Все закрыто. Лоб прикрыт, щеки прикрыты. Сзади мы сейчас все это будем убирать. Подгиб, вот эти все части придется нам немножко стянуть, но это следующим этапом. А сейчас, видите, все отлично. Наша задача повязать пелеринку. Опять берем метровую ленту и измеряем шею. Какой ширины по шее пойдет пелерина? Так, ну вот, если брать 17. Пелерина пойдет вот так вот, пойдет здесь 17, это ряды,
беру засветку. Это ряды, потому что вязать мы будем поперек. И смотрим. 17 сантиметров. Берем калькулятор. 17 на 4. 68 рядов. То есть 70 рядов я, округляю. 70 рядов я должна провязать единым полотном. 70, но не просто прямой. Если я повяжу по прямой, у меня вот такая прямая полоса и будет. Она никогда по плечикам не ляжет. Поэтому сейчас беру листик и будем делать разметку, как мы будем расширять наше полотно. Итак, моя задача провязать, еще раз нарисую, прямоугольник, но прямоугольник с расклешением, вот такой вот полукруг. Только тогда он ляжет хорошо. Вязать будем за счет частичного вязания. Здесь у меня 70 рядов, это минимальная часть, максимальная, как ляжет. 70 рядов я могу, конечно, вязать полосками по 10, но смотрите, тут такой нюанс. У меня здесь тоже полоски по 10, но они будут присобраны, поэтому если внизу будут полоски не совпадать с тем, что у меня наверху на шапке, это уже некрасиво. Это разнобой пойдет, который нашу вещь не украсит, будет выглядеть неряшливо. Поэтому я 70 поделю на 3 части, поскольку у меня 3 цвета рабочих. Вот синий, какой там, малиновый и фиолетовый. Синий, малиновый, фиолетовый. Все, вот таким вот частями я разобью. И хвост, который пойдет у меня на завязку, тоже, видимо, будет синий, потому что один на другой будет накладываться. Так, 70 делю на 3. Не делится, но 30, 23, так, 23, если я не ошибаюсь, петли у меня, ряда у меня получается. Так, 23 ряда я вяжу каждым цветом. 23, в принципе, это 2 фазы по 10. Это очень просто. Я беру и раскладываю 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11, это так, 22 и 23 и плюс 1. Либо вот эти 3 ряда я добавлю сюда к синему. То есть, смотрите, поскольку мерила с запасом, я могу пожертвовать 3 рядами. В принципе, совершенно спокойно, потому что мерка с запасом, и шапка все равно стянется очень хорошо. Итак, у меня вот мои ряды одной фазы. И таких 2 штуки одного цвета подряд. И как я могу делать прибавки? Например, в каждом нечетном ряду я добавляю ряд. Сейчас покажу, как мы будем это делать. Плюс, например, где-то через ряд я делаю по 2 прибавки. То есть один раз 2 прибавки, один раз 1, 2 прибавки, 1. То есть я делаю сильное расширение полотна. Теперь измеряем плечики. Какой ширины я хочу делать? Ну вот, наверное, сантиметров 5. Больше нельзя, потому что, ну вот, больше 5 сантиметров это будет уже совсем широко, под одежду не оденется. Вы смотрите сами, какой ширины вы хотите этот шарфик, чтобы он не мешал ребенку одеваться. Но если я буду делать меньше 5, мне на таких объемах будет вам даже и не показать, что я делаю-то. Поэтому 5 умножить на 2,5, это 12 петель. 12 петель, 70 рядов, ну 70 плюс-минус, потому что это величина, к которой мы должны стремиться, но мы ее корректируем в процессе вязания. Вот наша корректировка. Итак, я набираю 12 петель, могу открытыми, могу обвивом, только не косичкой. Набирать буду открытыми петлями, потому что в дальнейшем я буду обрабатывать такой же обвязкой, и по открытым петлям это делать гораздо приятнее, чем по какой-то другой отделки. Поэтому беру сейчас машинку, набираю вспомогательной ниткой 12 петель, провязываю один ряд катушечный для того, чтобы у меня были хорошие открытые петли, и будем с вами смотреть, что же это у нас за такая хитрая схема прибавок по одному краю. Катушечная нитка, очень-очень плотная, прочная, один ряд
Эта нитка дает мне чудесные открытые петли, когда я буду вязать полотно. Обязательно завяжите узелки, потому что катушечная нитка, она плохо держит вязание. И, во-первых, она может уехать у нас, распуститься. То есть оставляйте длинные хвостики и завязывайте, чтобы не были вытянутые петли по краям. Все. Берем рабочую нить. Нашу схему и вяжем 1, 2, 3 рядом. Раз, два, завязали узелок, 3. Со стороны четных рядов слева у меня будет часть, которая пойдет к шее. То есть это минимальное количество рядов. Здесь со стороны, где у меня нечетное количество рядов, вот здесь я вышла на ниточку, у меня будет прибавки. Прибавки делаю частично. Вот здесь по плану у меня 2 раза. Делю мое полотно на 3 части. Это по 4 петли. И провязываю на 2 третях, на большей части. Раз, обвила нитку, обвила иголку, стоящую впереди, 2. Если у вас машина забирает иглы в работу, не забудьте поставить рычаги частичного вязания в рабочее положение, чтобы машинка иглы не забирала. У меня 2 прибавки, значит, я вторую треть ставлю в переднее положение и на последней трети провязываю еще 2 ряда. 1, 2. Это я считаю, что я провязала 3 ряда расчетных. 4, 5, 4, 5. В пятом ряду у меня 1 прибавка. Я могу убрать половину игл. И провязываю то же самое. 1, 2. Это я провязала 5 рядов расчетных. Видите, у меня сторона внешняя сильно увеличивается, внутренняя остается маленькая. Всего 5 рядочков. 6, 7. На седьмой части я делаю то же самое. 2 прибавки. 1, 2. Вторую треть. 3, 4. Это я провязала 7 рядов. 8, 9. На 9 ряду у меня 1 прибавка по плану. 10, 11. Я провязываю 10, 11. И плюс 1 это тот ряд, который у меня пойдет назад, 12. Могу вот, кстати, провязать еще пару петелек на 11 ряду, буквально для того, чтобы растянуть верхнюю часть, чтобы вот здесь вот стяжки не было по крайним петлям. Это 11. И 12 ряд у меня возврат каретки. Вот такое интересное полотно. На синем фоне я должна связать 2 штуки. То есть я повторяю один в один вот эту же операцию. После того, как я провязала 2 раза синим, я беру следующий цвет, у меня малиновый, делаю 2 раза вот то же самое и фиолетовым то же самое. И потом на всех иголках, ничего не убирая и не выставляя, провязываю немного прямого полотна. Это та часть шарфика, которая будет идти по прямой и просто забрасываться на плечо. Ее не надо корректировать, ее не надо искривлять. Она может быть просто прямой, и никаких закруглений на ней вязать не буду. То есть делаю все то же самое. Считаем, что мы только начали. 1, 2, 3. Третий ряд 2 прибавки, то есть я одну треть ставлю вперед, на 2 третьих провязываю. 1, 2, 3, 4. Это 3 ряда. 4, 5. 1 прибавка на половине игл. 1, 2. Это 5 рядов. 6, 7. 2 прибавки. Ставлю треть. 1, 2. Вторую треть. 3. Это 7, 9. 1 прибавка. 8, 9. Пополам.
Раз, два, 10, 11. Сделаю увеличение на последних двух иголочках, чтобы не было стяжки по краю. И 12. Я провязала 2 яруса синим. Убираю синий. Вот такой аж загиб. Видите, как кругленько все это ложится. Беру следующий цвет и делаю то же самое. Потом беру фиолетовый цвет и делаю то же самое. И потом синим уже продолжаю прямой шарфик. Вот таким образом я вывязываю пелеринку. Так, ну, во-первых, смотрим, что у нас получилось с пелеринкой нашей. Вот такая она абсолютно круглая, я ее подгладила. Видите, за счет увеличенных рядов. Напомню такой момент, что счетчиком пользоваться бесполезно, потому что вот эти дополнительные ряды нам сильно увеличивают количество рядов. Либо вы можете делать подсчеты по краю, который у нас идет снаружи, но тогда вам тяжелее будет ориентироваться, где у нас делать вот эти вот дополнительные ряды. В таком варианте, мне кажется, все-таки гораздо проще, несмотря на то, что размер шапочки будет не кукольный, а на настоящего ребенка, все равно ориентироваться по внутреннему краю, ну, на мой взгляд, проще. Так, теперь мне нужно вывязать планку для шеи. И вот тут уже я беру плотненько. Никаких прибавочек, потому что планочка должна идти плотно по шее, и она у меня 17 сантиметров. Еще раз уточняю, что 17 сантиметров это... Сейчас я калькулятор. 17 сантиметров умножить на 2,5, потому что это петли, 42 петли. Но всегда надо учитывать, что 42 петли это вот такой... Простое полотно, а планка должна немножко растянуться, чтобы было плотно. Если я свяжу вот как есть, оно будет болтаться, потому что вот она моя планка. А все это по шее должно сидеть плотно. Поэтому беру не 42, а немножко поменьше. Вот у меня 40 петель, это много. Даже если брать вот нашу планку, видите, это в принципе немного. Оно на 40 петлях как раз улеглось, но все равно... Несколько сантиметров я уберу, несколько петель, вот пускай будет 35, чуть-чуть поменьше, чтобы немножко поплотнее это все сидело. И вот на эти 35 игл я надеваю мое изделие. Вязать начну от шапки, то есть планку я буду вязать от шапки. Беру, естественно, изнанкой внутрь, из этих вот внешних, из лицевой части у меня пойдут выходить планка, поэтому лицом к себе первую часть, видите, у меня шапка вот так в таком еще разболтанном состоянии, здесь две детали не пришитые и не надо, я беру и делаю планку. Но смотрите, в планку у меня должны входить и подгиб, который идет по лицу, то есть вот эта часть у меня тоже пойдет надеваться на планку, все будет убрано. То есть так-то я бы взяла планку вот, например, отсюда, вот где у меня уголок шел. И все, но мне нужно присоединить и вот эту часть тоже, и вот эту, и вторую. То есть у меня планочка пойдет четко вот так вот под лицом, под подбородком. Поэтому вот так. Смотрю, что на вот эту часть я выделяю, например, 3 петли. Значит, 3 петли пойдут и на вторую часть. Вот сюда же. А все остальное это стяжка. Вот этот вот огромный мешок мне надо убрать. Он большой и мне он мешает. Его нужно убирать. Стяжка будет достаточно серьезной. Вы это учтите, поэтому надеваем. 3 петли пойдут на... Я их надену в последний момент, потому что здесь мне нужно стягивать вот эти вот огромные полотна. И начинаю надевать. Здесь уже за петельный столбик. Здесь не надо ничего придумывать. За петельный столбик раз, за петельный столбик вторую петлю. Так, с другой стороны очень сильно будет стянуто. Но поскольку это все-таки квадрат, нам надо корректировать это все вязание, поэтому будьте готовы к тому, что вот не очень просто это все сейчас будет сделать. Вторую. И поехали, ищем центр. Центр вообще уехал куда-то там. И надеваем центральную петлю на среднюю иглу.
И пошли стягивать эти огромные-огромные мешки. Все то же самое, что мы с вами уже делали, только с меньшим напряжением. Так, вот здесь вот нитки, протяжки от того, что я меняла цвет, они пускай идут вниз. Вниз их опускайте и вообще с ними и забывайте про них сразу. Опустили вниз, забыли, все. Петельный столбик. Протяжкой здесь не обойдетесь, именно потому что широкая стяжка такая. Протяжка провиснет все, а петельный столбик он не даст возможности вязанию просто провисать. Можно по 2 столбика. В конце концов, мы этот ряд все равно будем с вами провязывать вручную. Он настолько тяжел будет для машинки, что вот сколько вы наденете, столько и надевайте на петли этих протяжек или петельных столбиков, неважно. Давайте по 2 петельных столбика на одну иглу. Стяжка будет большая, но она вся уйдет внутрь, не переживайте, торчать нигде ничего не будет. Наша задача это все собрать. Собрать аккуратно. Сначала одну часть, видите, вот сборка сделана. Теперь вторую часть, после этого верхнюю часть. Вот все вместе аккуратно собираем на вот эти вот наши иголки. Надели шапочку, очень сильно стянуто, огромное количество петель. Все это ужасно, машинка не провяжет точно. Поэтому ручками берем и руками все провязываем. Вот я сейчас закрываю язычки. Делаю это для того, чтобы когда я... Это на всех машинках. Смотрите, это делается одинаково на всех машинах. Неважно, какая она у вас. Закрыли язычки. Опустили иглы в среднее рабочее положение. У кого-то рабочее, у кого-то среднее рабочее. Так только, чтобы у нас язычки торчали. Иголочки, то есть. Так, беру... открыватель язычков, но для машин с ручной прокладкой он идет в комплекте. У кого нет открывателя, можете декером, можете какой-то другой конструкцией, так, чтобы у нас язычки легли на вязание. Видите, если они будут закрыты, то можно не уследить и потерять петлю. Итак, прокладываю на открытые иголки нитку. Поправляю, чтобы все язычки были открыты, чтобы у меня нитка лежала на... Так. И провязываю руками. Хвостик с этой стороны, рабочая нитка с той. Провязываю руками просто каждую петлю. Старайтесь сделать эту петлю одинаковую для всех. Машинка не провяжет однозначно такое, а руками мы провяжем все. Так, и вот по одной, ну все, тут позакрывались иголки, это не страшно. Одной рукой придерживаем нитку, второй провязываем. Старайтесь, еще раз повторю, петли делать одного размера. Потому что они пойдут уже на лицевую сторону. Ну и заканчиваем уже. Это ручная провязка ряда. Все, вот теперь машина провяжет все, что мы сделали. У меня обычные петли. И провязан один ряд машинкой. Лохмотья все остаются, это не важно, все уйдет внутрь. Итак, я должна провязать подгиб. Подгиб я делать большим не буду, потому что шея коротенькая, вообще тоненькая, и на кукле очень мало. Провязываю 4 ряда подгиба. Один ряд у меня уже провязан. Вяжу еще 3. И снимаю на вспомогательную нитку вот этот вот провязанный подгиб. Так, проверяю язычки. Раз, два, три,
нитки потом, ну вот хвост, даже не могу найти, а вот он хвостик, завязать надо, чтобы не распускался. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Больше не буду, именно потому, что у меня кукла. Очень толстый будет этот подгибчик, и широкий, шапка поднимется наверх, будет все задираться, когда очень толстый он. Поэтому мне, широкий имею в виду, поэтому мне больше не надо. Провязала 5 рядов. Так, где моя катушечная нитка? Снимаю на бросовую. Нить не отрезаю рабочую, потому что я буду продолжать вязание. Так, на вспомогательную нитку. Несколько рядов. Тут только не потерять вязание. Так, и смотрю, что у меня получилось. Вот, в общем-то, все очень хорошо убралось. Это сторона лицевая. Вот так вот у меня пойдет шапочка и снизу. Все аккуратно сложено, аккуратно вот эти складочки образованы. Все отлично. Стараюсь не тянуть. И беру пелерину и изнанкой к себе надеваю на вот эти же петли. Ничего никуда не перетягиваю. Петли как были на них же и одеваю. Надеваю на иглы за самый-самый кончик, не за петельный столбик, а за протяжечку. От края до края. Нитку вспомогательную не трогаю, она не принимает в участие, ее надевать не надо. А вот так вот тоже с присборкой, спокойненько. Так, где у меня крючок? Надеваю петли. Не петли, конечно, а протяжки. С одной стороны, так еще расскажу, лицом внутрь, как обычно, стандартное надевание. Так, вот здесь петля, петлю могу использовать в качестве первой. И всю стяжечку равномерную делаете за петельные протяжки. Межузелковые надеваете и сверху возвращаете вот эту же нашу планку один в один, вот как сняли, так и надеваете. У нас манишка наша, вот эта вот пелеринка, получается ввязанная в планку, в край планки. Очень удобный способ, один из многих, ничем не хуже, не лучше других, но пелеринка уже привязана к шапке вот таким вот хитрым способом. То есть я надеваю сейчас пелеринку, сверху возвращаю планку прямо вот на пелерину, которую я сейчас надену, и соединю вот через эти белые протяжки, которые я провязала вручную, точно так же, как мы с вами делали уже на козырьке. Надеваете пелерину, возвращаете планку, и сейчас будем уже заканчивать нашу шапочку. Надели обратно подгиб, то есть там внизу пелерина, сверху этот же подгиб, и провязываю еще 4 ряда. У нас же 4 ряда было, еще 4 провязываю вместе с пелериной. Вот пелерина у меня оказывается ввязана в торец подгиба. Планочки наши, простите, не подгибы, конечно, планочки. Точно так же. Здесь машинка любая провяжет, потому что открытые петли и тоненькие планочки, тоненькие вот эти вот протяжки, они не утяжеляют вязание, провяжет любая машинка. 4 ряда берем. И смотрите, у меня 4 ряда там, 4 ряда здесь, и я вот эти вот открытые, хорошо видные белые штришки, вот эти вот протяжки, которые у меня были от первого ряда, надеваю на иголки. И закрываю. Все, закрываю, причем тоже белой ниткой, чтобы ничего нигде не выделялось и не торчало. Вот этой же белой ниточкой. И все, моя задача будет сделать обвязку, и наша шапочка готова. Обвязку будем делать над козырьком и по всей пелерине.
Так, вот так вот надеваете, у вас получается петля и на машине, и петля, которая у нас образовалась от провязывания первого ряда на одной иголке, их и закрываете вместе. Провязывать ничего не нужно. Аккуратненько закрываете вот этой рабочей ниткой, которая у нас остается с края. Шапочка, собственно, готова. И теперь нам осталось сделать обвязку по контуру. Обвязку будем делать по над козырьком, вот здесь вот, и по периметру пелерины. Начинать можно в любом месте, собственно, вот. Начну где-нибудь с краешку. Здесь главное, чтобы обвязка шла плавно и все закрыла. У нас не должно торчать вообще ничего, все должно быть убрано, вот так вот вместе соединено. Поэтому вот эти вот планочка и пелерина у нас будут соединяться обвязкой. Все пойдет вот единым полотном с одной стороны, и точно так же все пойдет единым полотном с другой. Здесь вот одной планкой, потому что вот пойдет обвязка, обвязка, обвязка и переходящая в пелерину. Поэтому начинать обвязку я буду с края. Здесь вот можно с края пойти и начинать. Но мне удобнее вообще в другую сторону идти. Поэтому начну. Мне удобнее, вот это моя личная, совершенно субъективная привычка, идти справа налево. Поэтому начинаю с открытых петель. Иду по открытым петлям, иду по шапочке, выхожу на пелерину, обхожу и возвращаюсь вот к этому месту по периметру. Итак, беру трехугольный декер, либо одноигольный. Как удобно. Три иглы, трех, где будем делать из трех петель. И надеваю три первых открытых петли на иглы. Раз, два, три. С них и начну делать обвязку. Белая нитка. И поехали. Здесь я буду делать обвязку не по 10, как перья, а по 8 петель. 6 мало, 8 в самый раз. Потому что 6 будет немножко подтягивать, а 8 достаточно свободно все это будет лежать. Следующие 3 петли. Раз, два, три, 8 рядов. И так далее по периметру. Чем мне нравится обвязка? Она может обойти абсолютно любые контуры. То есть любую кривизну мы с вами обвяжем и получим очень красивый краешек. Сейчас мы выйдем на шапочку, и дальше вы сможете уже самостоятельно закончить оформление. Так, последние открытые петли. Раз. Цепляется, цепляется, цепляется. Раз, два, три, 8. И переходим уже на шапочку. Это все можно уже и убрать, потому что мне просто мешает. Смотрите, обвязка пойдет раз, закрыли два и три, мы выходим на прямую, вот здесь вот между козырьком и шапкой. Заглаживаем вот этот уголок и поехали. Здесь можно, ну да, тоже 8 рядов, не будем увеличивать.
козырек. И смотрите, у меня разделение красное и фиолетовое. Беру петельки и между ними буквально раз, вот между вот этого, между цветами у меня подхватываются фиолетовые петли, пусть будут фиолетовые. По одной петле, петля соответствует петле. Все. И делаю вот такую же обвязку по 8 рядов. Хотите, делайте перья, хотите, делайте по 8. Я делаю по 8. Одна петелька. На шапке одна петля на машинке. И так далее. Поехали по всему контуру. Можно обвязывать как угодно, что угодно. Самое главное, чтобы вы ровненько это все сделали. И заканчиваем там, где мы начали. Выходим по кругу. Вот наша эта обвязка. Видите, она пошла из пелерины. Она пошла к нам сюда. Вот так вот. Можно делать ее с лица. Можно делать ее с изнанки, как хотите. Она уляжется. В принципе, она лучше смотрится с изнаночной стороны, но начала делать с лицевой, и, в общем-то, все равно, потому что это такая вещь, она вот так вот ложится по всему изделию и украшает наше полотно. Вот, обвязываете, и наша шапочка на этом закончена. Наша шапочка уже практически готова, осталось только делать завязки. Все убрано, все спрятано, никаких хвостиков нигде нет. Завязки можно сделать, просто сматывая нитки. Все, наверное, умеете. Если не умеете, делаем сейчас рулики. Берем нашу шапочку. Рулик буду делать тоненький. Толстый хорош для такой большой шапки. У нас шапочка маленькая, поэтому рулики должны быть тоненькие. На с краешку, где у меня заканчивается основная часть шапки, беру петлю одну. И где-нибудь по обвязке или по краю полотна подгиба беру, не подгиба, а планки, беру вторую петлю, для того, чтобы заодно еще больше стянуть полотно. И сейчас буду вязать шнур. Можно плотность пожиже, вот у меня рабочая все время шестерка, сейчас я делаю седьмую. Первые, видите, у меня нехорошо, поскольку очень толстые здесь петли получится. Очень много. Машине тяжело провязать, поэтому первый ряд я могу провязать и вручную, для того, чтобы помочь машинке. Делаю из двух петель. Тоненький-тоненький рулик. Если у вас шапка большая, нормального размера, делайте из трех. Но смотрите, все надо попробовать заранее. Завязала узелок и просто провязываю на двух иглах полотно. Причем, ну сейчас будем вязать, посмотрите. Рулики бывают сложные, бывают простые. Мы вяжем самый простой рулик. Вот он вяжется, вяжется. Потянули, и он у вас такую ниточку сворачивается. Ничего с ним больше делать не надо. Он не распустится, не развяжется. Вы даже через какое-то время не найдете, где у него краешек. Потянули, и все, превратили в совершенно чудесную завязку. Вот это наше полотно. И вот таким образом вывязываете нужную длину, периодически подтягивая, и смотрите, какой длины завязка вам нужна. После того, как завязали, просто закрываете, вытягиваете петлю, и у вас готовые завязки на шапочку. Со второй стороны, соответственно, делайте точно так же. Вот наша шапочка. У нас все получилось, как мы хотели. Завязки. Планочка. Двойная шапка. Все закрыто, все очень аккуратно привязано. Спрятано. И осталось только надеть нашему малышу и идти гулять.